Текущая неделя принесет новые отключения электроэнергии жителям Ростова-на-Дону. Без света с 15 по 20 июня останется часть улицы Зорги, проспект Космонавтов, Саперный и Шевский спуск, улица Халтурная. Полный список можно найти на сайте Донэнерго. Причина отсутствия электричества – по-прежнему техническое обслуживание оборудования. День медработника – очередной профессиональный праздник в этом месяце. Чествования медиков запланированы в ряде культурно-досуговых учреждений города, в том числе в Народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Долгожданный день Донского поля. В связи с погодными катаклизмами, перенесенный с начала лета, 17 июня планируют собрать 6 тысяч посетителей. На мероприятие заявлено 150 участников. Запланировано размещение 200 видов сельхозтехники и более 50 демонстрационных показов. Основная аудитория – кадры управления и специалисты аграрии. Четверг в южной столице на этой неделе станет безалкогольным. Продавать горячительные напитки запретят в связи с выдачей аттестатов ростовским учащимся. Продажа алкоголя закончится вечером 16 июня и вновь начнется 18 числа. В субботу, 19 июня, в Ростове-на-Дону состоится форум «Мой бизнес». В качестве спикера выступит министр экономического развития региона Максим Попушенко. Мероприятие запланировано как бесплатная открытая площадка, где новичков бизнеса ждет обучение, а также освещение мер поддержки предпринимателей и самозанятых граждан.